Всем привет, с вами погнали, Let's Play. Мы продолжаем проходить игру, как достать соседа, сладкая месть, погнали. У нас уровень ванный день, чистота залог здоровья. Старому вонючке по соседству не терпится как следует отмокнуть в мыльной пене. Пока дополняется ванна, сосед разглядывает альбом с фотографиями обожаемой мамули, чавкает конфетами и помешивает пудинг. А Вуди уже тут как тут. Конечно. А то что это наша соседушка хорошо живет? Надо это исправить. Как достать соседа? Всей ванный день. Поприветствуем Вуди! Быстренько обыскиваем комод. Идем наверх. Надо мусорку обыскать. Вниз. Соседушка сюда идет. Давай. Надо сейчас быстренько. Собираем туалетную бумагу и мыло. Еще аптечку осмотрим. О, нет. Сосед. Он сюда идет. Уф. Убежали. Быстренько. Осматриваем холодильник. И что ж будем делать? Сюда? Я даже знаю, что надо делать. Сейчас мы наполним быстренько пустую бутылку. Давайте моему ванну добавим туда волосина. И черную ваксу на полотенце. Быстренько фломастером рисуем портрет по мамаше. Наверх. Давайте-ка мы ему поменяем конфеточки. Шайки до ванны. Мы ему поменяем конфеточки и добавим клею в фотоальбом. Ему очень понравилось наш... Я думаю, нашему соседушке очень понравилось наше художество. Ну а тем временем мы ему испечем яйцо в микроволновке и поменяем бутылку с молоком на бутылку с мыльной пеной. Ну так просто вкуснее. Опа-на. А тем временем наша соседушка превратился в Йети. Да. Быстренько. Сюда. Быстренько ему давайте туалетную бумагу на унитаз и мыло. Давай. Мыло на пол. Сюда. Сейчас он такой. Думает, съем я конфеточку. О, что с конфетами, что с конфетами, что с конфетами? А, быстро в туалет, в туалет, в туалет. А там мыло. О, нет, у меня унитаз забит, нет. Он унитаз чистит. Так, я это промотаю. Ну, вообще, я не промотаю, я просто не буду это показывать. Что ж, а теперь наш соседушка пойдет, получается, такой. Смотреть на бутылку с мыльной пеной. Ну, точнее, не смотрите, а готовить из нее пудинг. Мыльный пудинг. Очень вкусная штука. А, блин, он микроволновку не увидел. Вот гад, а. Да, плохо все. Все плохо, он микроволновку не увидел. Да. Честно, я этот уровень, я его никогда не убью, потому что он сложный очень, этот уровень. Ванный день. Ну, сложный в том плане, чтобы набрать 100%. То, что в нашем случае, я думаю, мы сейчас наберем только 94. Ну, ничего.
Сейчас он такой смотрит и увидел испеченное яйцо в микроволновке. Не, блин, даже не 94, даже меньше. Могли хотя бы 93 уже тогда, блин. Чё 91-то? Опана, гениально! Бешеный успех не покидал вас весь сезон. Вы стали суперзвездой года и завоевали статуэтку золотого соседа. Это, я так понимаю, пародия на Оскар. Ну, хорошо, мы все популярны. И мы открываем второй сезон. И откроем мы второй сезон с вами уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. С вами был Погнали Летсплей. Всем удачи и пока-пока.